Всем привет, друзья! Всем известно, что сцепление очень важно в автомобиле. Это промежуточное звено между коробкой передач и двигателем. Существуют разные неисправности этого узла. Одна из них – это пробуксовка сцепления. Значит, при ускорении или при движении на подъем, в общем, под нагрузкой, обороты двигателя растут, увеличиваются, а скорость автомобиля нет. Иногда происходит пробуксовка и создается впечатление, как будто скорость на нейтрале или выжато сцепление. Так как диск сцепления является расходным материалом, то через определенное количество километров он подлежит замене, так как он изнашивается. Также изнашивается корзина сцепления, выжимной подшипник и так далее. В общем, если появилась пробуксовка, нужно снимать коробку передач, проводить дефектовку, что-то менять, что-то оставлять. Как правило, меняют диск сцепления и выжимной подшипник попутно. Есть еще причина пробуксовки сцепления. Это попадание на диск какой-нибудь жидкости. Возможно, это антифриз, или масло, или вода. Многие знают, что если заехать в глубокую лужу и намокнут колодки тормозов, то пока они не высохнут, эффективность тормозов очень плохая. То же самое и со сцеплением. При попадании жидкости диск проворачивается, просто проскальзывает. С недавних пор я заметил, что у меня стало пробуксовывать сцепление. То буксует, то нет. Вот так периодически. Никак не мог понять, в чем дело. Стал подумывать о замене диска сцепления, смотреть цены, где купить, сравнивать. Но как-то обратил внимание на антифриз на резиновой заглушке в районе маховика. Из фланца временами капает антифриз, и через резиновую заглушку попадает в сцепление. Вот и нашлась причина пробуксовки сцепления. Намокнет диск, начинает пробуксовывать. Высохнет и работает нормально. Вот такой реальный случай произошел, друзья, и я решил снять на эту тему видео. Так что сначала посмотрите все внимательно, а уже потом меняйте сцепление. YouTube совсем отказывается работать. В данный момент переношу все видео с YouTube на другие платформы. Есть канал на Яндекс.Дзен. Вот так он выглядит. Сюда я видео практически все уже перенес. И есть канал на Рутуб. Также видео переношу сюда. Если будут другие платформы, туда тоже буду переносить. Переходите, подпишитесь. Это будет ваша неоценимая поддержка. Ссылки оставлю в описании под видео на каналы, в первом закрепленном комментарии, а также в описании о канале. Пишите комментарии, друзья, подписывайтесь на канал, ставьте лайк, если видео было полезным. Всем пока!